Сначала хорошая новость. В мире все отлично. В России идет гражданская война. На карту поставлено 15 тысяч ядерных боеголовок. Очередной рабочий день. Халед Аль-Асад в настоящее время является вторым по влиятельности человеком на Ближнем Востоке. Ходят слухи, что он намерен стать первым. Наша разведка следит за ним. А плохая новость? Сегодня к нам присоединился новичок. Его зовут Соуп. Рад тебя видеть, дружище. Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала. С вами Локи и... Мы сегодня начинаем Call of Duty 4 Modern Warfare. Да, игрушечка старенькая, но от этого не менее крутая. Ты знаешь, что делать. Отправляйся на первую позицию. Отправляемся на первую позицию. Давай, окей, так. Соуп. Отлично, теперь стреляй по каждой мишени. Так, секундочку, давайте сделаем чуть-чуть сенсу поменьше. Так, это настройки графики, а управление? Вот, управление. Чувствительность мышки давайте поменьше сделаем. А нет. Интересно. Теперь стреляй по мишеням от бедра. Окей. Теперь я закрою мишень фанерой. Ты должен попасть в цель, пробив фанеру. Отлично. Пробивают дерево, гипс, листовой металл и другие непрочные материалы. Мишени будут появляться по очереди. Сбивай их все как можно быстрее. Давай, поехали. Отлично, дружище. Теперь возьми из арсенала пистолет. Так, нам опять сюда. Хорошо, теперь переключайся на винтовку. Теперь возьми в руки пистолет. Запомни, быстрее переключиться на пистолет, чем перезарядить винтовку. Ну это понятно. Можно гораздо быстрее, чем переключиться. Хаба. Арбузик. Оп. Отлично. Теперь ты гроза всех фруктов. Капитан Прайс желает тебя видеть. Че, это все что ли? Это все обучение. Ну ладно. Поехали. Что-то куда-то я, по-моему, не туда пошел. Ага, нам вот туда дальше. Капитан Прайс. Мы почти на месте. Он новичок, сэр. Здорово, парни. Полегче с ним, сэр. Он первый день на службе. Да, что у тебя за имя такое дурацкое? Соу. Чё сказал? Соу, пора проверить твои навыки ближнего боя. Теперь ты должен спуститься с борта менее чем за 60 секунд. Рекордсмен у нас Газ. Он это сделал за 19 секунд. Удачи. Заберись по той лестнице. Ну, хорошо. Начинаем наше первое испытание. Же побежать на первую позицию. После этого ты спустишься по лестнице ко второй позиции. Затем переходи на третью и четвертую позиции и следуй моим инструкциям. Как только будешь готов, хватай веревку. Поехали. Так, отлично. Бросай гранату через дверь. Пятую позицию, пошел! Огонь по мишеням! На шестую, пошел! Бросай гранату через дверь! Огонь по мишеням! Конечную позицию! Так, конечная у нас здесь. Беги до финиша! Ладно, Соуп, достаточно. Ты прошел испытание. Ну, по-моему, я круче всех. Попробовать еще раз. Забирайся по лестнице. Да ну вас в баню. Или подойди к мониторам, чтобы узнать результат. Господа, нам предстоит десантная операция. Всем приготовиться. Вылет в 0200.
Вольно. Так, боевые навыки суровые. Давайте на среднем, чтобы сильно не напрягаться. Будем просто наслаждаться игрой. Все данные об этой операции мы получили от нашего шпиона России. Посылка находится на борту грузового судна. Эстонский регистрационный номер 527-75. Экипаж небольшой. На борту будет охрана. Можно применить силу? Экипаж разрешено ликвидировать. Хорошо. Нам разрешили ликвидировать экипаж. Расчетное время прибытия 60 секунд. Вас 4. Вас 4. На этом корабле. 30 секунд, темнеет. Десять секунд. Наше первое серьезное задание. Погнали. Огонь по усмотрению. На мостике чистки. Стрелять. Газ, оставайся на борту, пока мы не расчистим палубу. Прием. Все ко мне. Вас понял. На лестнице чисто. Последний раз. В коридоре все чисто. Сладких снов. В жилых отсеках чисто. Идем дальше. По фронту на палубе чисто. По сигналу вперед. Пока все хорошо. Ну вот еще, ребятки. Рассредоточиться. Дистанция 3 метра. Игра сохранена. Двое на платформе. Я их вижу. А я пока нет. Огонь по усмотрению! Вас понял. Террорист нейтрализован. Цель нейтрализована. Ага, вон там. Наверху сидели ребятки. У нас гости. Молот 2-4, террористы на втором этаже. Вас понял, вылетаем. Б-6, у молота кончается топливо. Мы уходим. Орлан будет на станции для эвакуации через 10 минут. Вас понял, молот. Укрофт, Гриффин, прикройте шестого. Остальные за мной. Вас понял. Входим в главный отсек корабля. Берегу для более близкого знакомства. Слова, дружище. По моему сигналу пошли. Погнали, погнали, погнали. Проверить углы. Пошли. Ну, впустите меня. Проверить углы. Слева все чисто. Справа все чисто. В коридоре все чисто. Идем дальше. Тут везде все справа чисто. Все чисто. На лестнице чисто. Движение справа. Готово. Нет, еще есть. Ну, вроде все легли, нет? Террорист нейтрализован. В коридоре все чисто. Спрятался в дымке. Слева все чисто. Проверить углы. Проверить углы. Вообще не помню игру, если честно. Давайте, давайте, пошли, парни, давайте. Ждать моего сигнала. Жду приказа. Ой-ой-ой. Вспышка. Пошли. Вперед, 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 вперед. Зачистка пошла. На помосте чисто. Я прикрою, давай наверх. Все ко мне. По фронту все чисто. Пыфнирит, пыфнирит. Идем дальше. Так держать.
Пока все в порядке. Газ справа! Выполняю. Кажется, тихо. Всем быть на чеку. Террористов не видно. Быть на чеку. Готов, сэр. Пошли! Слева чисто. Справа все чисто. Пошли! Ну почему они постоянно, постоянно меня толкают? Идем дальше. Готово. Наши бравые парни особо не блещут точностью. По фронту все чисто. Ну молодцы, хотя бы этого втроем завалили. Все чисто. Справа все чисто. Быть на чеку. Ждать моего сигнала. Первый готов. Второй готов. По моему сигналу пошли. Ой-ой-ой. Там, оказывается, надо было вот так влетать. Так, давайте присядем. И вот туда вам гранатку. И тебе тоже. Ага, наверху. Готов. Хо-хо-хоу! Подарочек ему там залетел. Террорист нейтрализован. Отлично. Сложите обстановку! Все чисто! Вас понял. Получен сильный сигнал, сэр. Кажется, тебе стоит на это взглянуть. Оу. Здесь на арабском. База говорит B6. И что-то фонит радиацией. Посылка готова к транспортировке. Нет времени, Б-6. К вам приближаются два летательных аппарата. Хватайте, что можно, и убирайтесь оттуда к черту. Быстро идут. Наверняка мини. Нам лучше уходить. Суп, хватай декларацию из ящика, быстро! Так, всем на палубу, бибаба! Понеслась. О, черт. Б-6, как слышите? Б-6, доложите обстановку. Нас, походу, решили потопить. Погнали, 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 погнали. Экшончик, экшончик начался. Меня, парни, парни, меня не забудьте. Воу. Мы бежим. Меня... Оп, отлично. Молодчик. Ух. Понял, сматываемся отсюда. База, докладывает Орлан. Посылку забрали, возвращаемся на базу. Конец связи. Нормально так. Прилетели, потопили. Улетели. Call of Duty 4 Modern Warfare.
приближается автомобиль! Продолжать слежение! Нас везут на казнь. Нас опять тащут, да, куда-то? Здесь какая-то стройка. Не нравится мне этот столбик.
Показательная смерть. Прям в ушах зазвенело. Капитан Прайс, Аль-Асад только что казнил президента Аль-Фулани в прямом эфире Центрального канала. У американцев свои планы насчет Аль-Асада. Аль-Фулани уже ничем не поможешь. Менее чем через 3 часа в России будет казнен объект под кодовым именем Николай. Николай? Николай наш шпион в лагере сепаратистов. Именно он передал нам данные перед десантной операцией. Николай сейчас в аду. Проводим его. Мы позаботимся о наших друзьях. Уходим. Лоялисты ждут нас в полукилометре к северу. Выходим. Лоялисты, да? Это кто, хорошие русские или плохие русские? Ну, открывать огонь при виде нас они не станут. Если ты об этом. Я не против, сэр. Теперь нам нужно спасти. Огонь по усмотрению! Противник убит. Попал! Готово. Нам нужно спасти Николая. Пока аккуратненько действуем, не будем никого. Будоражить своим появлением. Так, кажется, вон там в доме стоит кто-то, да? Почему нельзя их было просто убить, я не понимаю. Противник убит! У нас потери! Зона открыта! Ох как! Попадание! Давай, сели! Убит! Смотрите, какой живучий еще. Зачем было все-таки ставить мины, непонятно. Ну да ладно. Ты чуешь газ? Да, комаров. Добро пожаловать в новую Россию, капитан Прайс. Где цель, комаров? Ух, такие. Сепаратисты вывели БМ-21 с другой стороны холма. Они хоп, уже хоп, уничтожили хоп. Сотни мирных жителей в той долине. Не так быстро. Помнишь, Бейрут? Ты ведь с нами? Ну, если очень надо... Еще бы, черт возьми. Ну и мы объединились с целым отрядом. Иван, приготовься к атаке. По моему сигналу. Сюда. Коробка какая-то валялась. Снайперы смогут прикрыть моих ребят. Давай посмотрим. У меня как раз есть снайперка. Офигеть, тут поливают. Группа на позиции. Газ, вы прикроете левый фланг. Вас понял, прикрою левый фланг. Всем
отрядом. Приступить к штурму. Так, эти готовы. Через дверь, окей. Черт, вражеские вертолеты. Ты ничего не говорил о вертолетах. Вертушки? Это не очень здорово. Мы должны защитить моих людей от вертолетов. Сюда! Погнали. Мне нужен этот шпион. Тебе не о чем беспокоиться, капитан Фрай. Возьмем БМ-21... и прорвемся напрямую к этому твоему шпиону. Да, только вертушки-то надо как-то сбить. Времени вам нужно. Я их задержу. Сэр, может просто выбить из него всю информацию? Пока нет. Так. Отлично, где еще? О, нифига себе, у него РПГ было. Ох, нифига, у них танк. Есть. Отлично. Оп, тут еще. Капитан Фрай, мои люди попали в окружение. Прикройте их с утеса. Где наш шпион? Время на исходе. Дик, помогите нам. Чем ближе мои люди подберутся к деревне, тем больше у нас шансов спасти вашего шпиона. Так, готовы. Готов. Почти. Цели на северо-восток. Застрял парень. Ой, у него... РПГ. Теперь за мной, к электростанции. Ща, вот этого парня надо вот так вот гасануть. Начался окончательный штурм. Если твои снайперы нам помогут, у нас есть шансы. Довольно. Где этот шпион? Уже начался решающий штурм. Если твои снайперы нам помогут... Доме! Доме! Так уж сложно, на северо-восточном краю деревни! Ну, сейчас. Мы должны добраться до того дома, прежде чем со шпионом что-то случится. Погнали! Отлично.
Скотина. Давайте, парни, выходим. Это наши. Так, эти готовы. Это газ. Смотрите, прямо на горшке сидел, ноутбук поглядывал. Опа! Николайка, не переживай. Николай, ты в порядке? Идти сможешь? Да. Я и воевать могу. Ну и отлично. Орлан говорит Б-6. Посылку забрали. Встречаемся на зоне посадки. Прием. Б-6, на связи Орлан. Мы в пути, конец связи. Пошли, пошли! Так, а вот вертушка за нами. Надеюсь, ее сейчас никто не подорвет с холма. Ну, давайте попробуем взять Алясада. Вижу берег. Вас поняла. Стрелок 6-4. Вылетаем через 10 секунд. Вас поняла. Не попали. Вас поняла. У нас здесь гранатометы. Где-то он там, в центре города. Вижу цель. Давайте, давайте, высаживайте уже. Let's go, let's go.
позиции! Все, и всех завалили, я даже выстрелить не успел. Джексон, занять позицию. Готовы. Вот черт, а? Твари. Все, всех завалили. Готов. Отлично. Тут кто-нибудь был, нет? Нет. Все трупы. Искать Алясада. Здесь объекта нет, сэр. Здесь Алясада нет, сэр. Говорит Красный Волк. В здании чисто. Алясада нет. Прием. Где-то на втором этаже гранатомет. Окей, бежим. О, черт. Я не ту гранату выкинул. Ну ладно. Пердак ему. Вот черт. Да я опять не ту выкинул. Ох, машина взорвалась. А мы не должны были здесь сидеть. Оказывается, надо было куда-то бежать. Ну ладно. Давайте. Так, хорошо. Нам нужно куда-то прорваться. Ох, щит. Да, забрался. Мне интересно, просто враги бесконечно будут бежать, или все-таки мы можем их аккуратненько отстреливать? Давайте будем из укрытия стрелять. Так, готовы. Не стрелять! Бои на подходе! Готовы. Враги на верху на втором
Да. Офигеть, вы чё? Сзади даже не смотрите, как они пробегают. Вот называется напарники. Так, вроде все. Угу, который ни черта не видит. Так, хорошо. С этими тоже разобрались. Все. Не добросил. Опять вниз упало. Просто устраиваем фарш. О, черт. Ловите тоже Грэнчик. Так, хорошо. Парочку наших, правда, было потеряно, но... Наше подкрепление приближается! Ой-ой-ой. Так, хорошо, эти готовы. Тоже готов. Да охренеть! Мы, по-моему, больше всего помираем от подорванных машин. Я только сказал, и она взорвалась. А, понятно, она сзади. Хорошо. Чё, ребят, куда нам идти-то? О, это свой. Прошу прощения. Как-то они со всех сторон, короче. Ну и чё, и где вы? Или нам типа тут обойти надо? Занять позицию на прорыв. Давайте, давайте, парни. Он там прям до изнеможения орёт.
Так, это наши. Готов. Давайте аккуратно прорываемся с тыла. Тут уже все... Они уже все зачистили без нас. Готов. Надо бы в здание зайти. Точнее, вот сюда, вот в конуру. Ой-ой, нифига их там. Ловите. Ловите еще. Так. Я вообще не понимаю, кто где. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ух. Это что еще за хрень? Так, тихонечко. Вот сюда. Просто дичайший замес. Все чисто, наконец-то. У меня даже рука уже онемела от этой стрельбы. А вот и наши парни! Так точно! Так точно! Не стрелять! Это свои! Никаких признаков Алясада, сэр. Хорошо. Десантники, заходим. Всем быть на чеку. Так, давайте продвигаемся дальше. Там разберутся без нас. Махнули дробовичок на СВД. Что-то мне кажется, что здесь просто включена какая-то запись. И нифига никого нет. Давай, давай, черный брат. Давай. Кажется, он здесь. Я его слышу. Я же сказал, просто записи. Она поставлена на повтор, да. И
после военной разведки. Крикс, выключите это дерьмо. Вас понял. У меня все равно есть кое-что получше. Говорит Красный Волк. На телестанции чисто. Алясада нет. Передача шла в записи. Прием. Понял, Центр. Конец связи. Десантники, слушайте меня. У нас новое задание. Быстро собраться и на выход. Я думаю, ребят, на этом пока первую серию закончим, продолжим в следующий раз. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте побольше пальцев вверх. Подписывайтесь на канал. С вами был Локи. Всем спасибо и пока-пока. Вас понял. Группа ВИП в пути. Пусть Кабан ждет. Мы уже приближаемся. Конец связи.